Лето, пора отдыха и веселья. Но кому-то учиться, а кому-то отдыхать. Вот и студенты Рижской детской академии телевидения и радиовещания Kids TV не стали исключением. Пока их сверстники загорают и купаются, ребята усердно учатся. В июне со своим мастер-классом академию посетил актер и телеведущий Юрий Кушпелло. Юрий Федорович не в первый раз проводил занятия в академии, но подобный мастер-класс в стенах академии провел впервые. На мастер-классе ребята учились правильно дышать, говорить и сидеть, не только на словах, но и выполняя упражнения. Мы сейчас возьмем зеркало перед собой. Вот так, держите, пожалуйста, зеркало, смотрите на собственный ротик, потому что это ваш рот, это ваш подбородок, это ваша челюсть. И будем свободно, ритмично и медленно, согласно правилам, выполнять первые упражнения. И задняя часть языка – это то самое место, когда мы можем еще, глядя в зеркало, видеть во время зевка корень языка. Задняя часть языка уходит в корень языка и уходит вовнутрь. И это положение правильное. Хор Пятницкого, самый настоящий. Такому навыку в обычной школе вас не научат. Мы с нетерпением будем ждать следующего мастер-класса от Юрия Федоровича Кушпелло.